Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория. И в этом видео я буду рисовать вот этих вот карпов кои. Как вы знаете, карпы кои – это легенды фэншуя, это единство вот такое вот, да, они кружат все это. Они исцеляют удачу, успех, здоровье, здоровье в семье, благополучие. Я нарисовала вот таких вот карпов кои, и это был мой подарок мужу на Новый год. Все рыбки получились вот такие вот текстурные, объемные. Это тоже все. Работа была сложная, в районе 9 часов я на нее потратила. Состоит она из акриловых красок, текстурной пасты и поталий. Я вам подробно в этом видео покажу, как я их делала. Все расскажу, это будет подробный, можно так сказать, мастер-класс. Вот моя ссылка, можете подписываться на Инстаграм, там я публикую свою жизнь, моменты со съемок, как я это делала, какие-то интересные моменты, если вам интересно, можете подписываться. А также не забудьте подписаться на мой канал, это помогает моему продвижению и придает очень сильной уверенности. И когда вас становится больше, прям на душе радостно, так спокойно, когда видишь, что плюс один человечек, прям вообще спасибо большое. Работу я начала с круга. Мне нужна была какая-то круглая поверхность, чтобы ее обвести. Далее я начала рисовать карпов. Признаю, что этих карпов я срисовывала. Прям, ну, старалась, чтобы они у меня получились точь-в-точь. Насколько могла, настолько скопировала с картинки. Потихоньку прорисовывала плавники, хвосты и старалась, чтобы рыбки у меня были похожи, так как это единство и они должны быть одинаковые. У меня была проблема по расположению рыб, чтобы они были в центре картины и не было перекосов в какую-либо сторону. После рыб приступила уже к заднему плану. Рисунок у меня готов в карандаше. Все рыбки, весь задний план, чтобы я уже знала и намечала, какие цвета и где мне их надо располагать. Вот эта рыбка у меня будет черного цвета, а вот эта рыбка у меня будет белого цвета. А задний план будет у меня черно-серый, вот такой оттенок. Рыб я решила сделать объемными, то есть мне нужно самих моих рыбок приподнять. Сейчас я буду делать белую рыбку, и она у меня должна быть плоская, но выше слоя холста. Я думаю, вы меня поняли. Это было сделать очень сложно. Я старалась просто выравнивать, но пока это не сильно получалось. Пока я приноровилась, как это делать все правильно, в помощь мне был второй мой мастихин. Текстурной пастой удобно, конечно, наносить неровные поверхности, на которые не требуются такие большие усилия, чтобы сделать все это ровным, гладким. А мне нужно было ровное и гладкое. Ну, вот такая у меня была задумка. И вот я решила нанести слой потолще и потом уже провести мастихином ровненько, и чтобы у меня все выровнялось. И я вам хочу сказать, у меня это получилось. Аккуратными движениями провожу по краю рыбки и выравниваю. На видео, конечно, это смотрится очень быстро, но на самом деле это было очень долго. Это было столько усилий приложено, и мне не хватило моего слоя. Я хотела, чтобы оно было толще, так как текстурная паста, оно, вот именно этой фирмы, она присядет. То есть как сейчас она тонкая, она будет потом еще тоньше. Поэтому я хотела сделать его потолще. Мне нужна объемная только рыба. Здесь у меня на хвосте проходит ветка. Поэтому я хочу, чтобы ветка была плоской. И убираю пасту. Теперь приступаю к хвосту. Хвост надо сначала полностью замазать пастой. И потом вот такими волнообразными движениями я вытягиваю. И получаются красивые плавнички.
мастихином веду прям по форме. И он образует бугорки, и появляется текстура плавников. И такими же движениями я прохожусь по всем плавникам, по спинным плавникам, и которые над головой. И теперь приступаю ко второй рыбке, к черненькой. Она у меня будет с другой чешуей. Она будет прям объемная. Вот сделаю в такой же технике. Паста пожелтела. Я переворачиваю картину и обклеиваю ее сзади малярным скотчем. И теперь я каплеобразными движениями краску наношу на холст и растушевываю. Видела, что так делают, мне понравилось, но я тоже решила на ней попробовать на своей картине это сделать. Сделать такую технику растушевывания. И начала я с фона. Надо было, наверное, начинать с рыб. Но мне так захотелось, и я решила так сделать. Аккуратно прохожусь по контуру круга, по контуру рыбок. И я нанесла много краски в самом начале, и поэтому мне теперь ее надо будет растягивать по максимуму по всей картине. Также аккуратно прохожусь по цветам и по внутренней части круга. Я краску оттуда зачерпываю и переношу, растягиваю на другую сторону. Также мне старший сынок помогает, подсказывает, где маме надо рисовать. Была бы возможность, он бы там также вместе со мной начал, а он хотел. И так как у меня осталась черная краска еще на палитре, я решила дорисовать деревья. И теперь приступаю к красным листочкам. Это акцент будет на картине, чтобы не все было черное, серое, белое. И добавляю немножко теней на красных цветах, то есть черной краской, чтобы они смотрелись не плоско. Кисточка, конечно, у меня была такая страшная какая-то, было и немножко неудобно рисовать. Теперь я приступаю к кругу и также добавляю черный цвет для объема. Вот я все закрасила, получилось у меня вот такой вот фон. И теперь надо будет приступать к рыбкам. Решила я начать с белой рыбы. Белой, конечно, краской по текстурной пасти не очень видно, но если присмотреться, вот когда я обрисовываю плавники, уже заметно то, что она отличается по цвету. Можно было, кстати, изначально смешать текстурную пасту с белой краской, и тогда я потратила, скорее всего, даже меньше краски и меньше времени на прорисовку всей рыбы. То есть текстурная паста засохла бы уже в белом цвете. Усы и плавники я проходила одной краской. И решила я сэкономить. И теперь я прохожусь обычной акриловой краской из маленького тюбика. То есть не со своего большого. А вот как продаются наборы по 9 штук. Она так немножко блестела красиво, растекалась, распределялась. Мне так понравилось. И я решила ей продолжить дальше все делать. Смешивая серой краской. Также чешуйкам добавляю глубины, объем, темноты,
темно-серой краской и немного серого на хвосте. Теперь приступаю к черной рыбке. С черной, конечно, полегче. Небольшой таймлапс вам. Черную рыбку приходилось делать крутящими движениями, чтобы прокрасить ее объемные чешуйки. И добавляю серого цвета, потому что полностью черное, оно все сливается и не видно вот этой глубины. Но черный цвет забирает все, весь этот объем. Можно было бы в жизни делать таймлапс. Так красиво получается, так быстренько все, крутенько. Закрасила белым цветом глаза и добавила зрачки. Повороты, текстуры, чтобы красиво смотрелось. И у меня вот такой вот клей для потали. Я тоненьким слоем промазываю. Подождала 15 минут, высохнет клей. И я взяла кисточки для макияжа, которые мне были не нужны. Вот, я ими не пользовалась. И теперь они у меня будут для потали. Аккуратненько прохожу, проклеиваю, проглаживаю. Это моя первая работа с поталью. Было очень страшно, очень интересно. Потихоньку вот так вот отклеиваю, складываю обратно. Экономия! Нужно экономить. И я сильно содрала, либо плохо. Я подождала, что высохнет клей. По краям остались рваные такие зазубрины. Я не хотела, чтобы такого было. Поэтому я еще доклеивала. И также вот взяла большую кисточку и прохожусь. Нужна была мягкая, чтобы она все вот это снимала. И со второй рыбкой я теперь поэкономней. Не прям на середину ложу, а сбоку. И вот пошла моя погрешность. То, что я сэкономила на белой краске и взяла белую краску с дешевых баночек. Моя поталь приклеилась. А я еще замечала, думаю, почему она так блестит. Она такая красивая, она не матовая. Вот и доблестелась. Теперь поталь сразу же мгновенно прям приклеилась. И теперь вот такой неровный круг. Непонятно какой. Я, в общем, расстроена. И в моих расстройствах я решила приступить к черной рыбке, сделать ей усики. Ну, от белой не откажешься, ей тоже. Теперь стала я закрывать бумажкой, чтобы хотя бы она не так поприклеивалась, чтобы я не так расстраивалась. Опять у меня какие-то расстройства по картинам. Но ничего, прорвемся, будем стараться это все исправлять. У меня, правда, все было в этой потали, вот все. И руки, и стол, и пол, и я, и нос. Моя картина стала еще блестеть от этой потали. Сейчас, конечно, уже она не блестит. Она стерлась. Вот, ну, я выходила, мне пришлось выходить на улицу, чтобы ее сдувать, смахивать, чтобы я не дома этим всем занималась. Поэтому будьте аккуратны. Поталь очень сильно рвется, сыпется. Потом ее много убирать. Но зато получается красивый рисунок, красивый эффект.
Гляди, как она красиво отрывается. Мне прям нравится. Так ровненько, прям по контуру. Прям такая залипашка получается. У меня была просто идея, чтобы они ровненько приклеились. Вот прям по контуру, как я запланировала, как я намазала клей, так она, чтобы приклеивалась. Но не чтобы моя рыба закрашивалась. Надо что-то с этим придумывать. Теперь, когда картина дорисована, я снимаю малярный скотч. Задние стенки, чтобы у меня все было ровно, я дорисовала края, доделала. И у меня получилась вот такая картина. Я, в общем, я дорисовала все части, на которые у меня залезла поталь. И знаете как? Просто белой краской. Поталь очень легко закрашивается, что белой, что черной краской. Я была в шоке, но я очень рада, что так можно с ней делать. И она не присвечивается. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Надеюсь, вам понравилось, вы захотите повторить это. Если вы такое же сделаете или хотя бы наподобное, можете отмечать меня в Инстаграме, я прокомментирую, поставлю лайк и буду рада на это посмотреть. Спасибо большое всем за просмотр, пока-пока!